Всем привет! Сегодня буду готовить закусочные трубочки с начинкой. Слоеное тесто немного раскатать. Нарезать на полоски шириной 1,5-2 см. Каждую полоску теста накручиваем на конус для трубочек, внахлёст на предыдущий виток. Конец полоски немного смазать водой и приклеить. Конусы можно сделать из фольги. Противень застелить пергаментной бумагой и выложить заготовки. Выпекать в разогретой до 190 градусов духовке 20-25 минут. Готовые трубочки немного остудить, снять конусы. Отварное куриное филе нарезать и переложить в чашу блендера. Добавить обжаренный лук с морковью, чеснок, соль по вкусу и сметану. Измельчить до однородности. Переложить массу в кондитерский мешок и наполнить трубочки. Очень вкусная, красивая и оригинальная закуска. Можно делать с разными начинками. Приятного аппетита!